Доброго дня всем. Давно от меня видео не было. Вот. Как-то так вот. Получалось, все не получалось. Да, я на работе. На работе я нахожусь сейчас. Город Швеция. Это страна Швеция, город Аребро. Вот, сегодня мой первый рабочий день. Вот. Прицепчик сзади вот такой вот у меня. Интересная работа у меня. Вот, я пока заехал на сервис. Надо прицеп немножко подремонтировать. Вот. Получил вольвочку такую вот. Когда я вот на эти... Сегодня понедельник, кстати, вот 17 число августа. Вот. Я уже здесь поменялся в ночь с субботы на воскресенье. Вот, в воскресенье стоял, отдыхал. Сегодня я уже поехал, выгрузился. И вот приехал на сервис, потому что там с прицепом проблема. Вот, какие же есть предположения, где я что работаю? Вот, пишите в комментариях. Что за работа, что за фирма. Вот. Ну, все в процессе расскажу, покажу. Вот. По возможности. Как бы такое вот. Работа интересная обещает быть. Уже с первой выгрузки мне очень понравилось. Ну, думаю, не пропадем. Вот. Как-то так вот. Машина хорошая, в принципе. Ну, здесь она уже считается старая. Volvo Euro 6. 4 года машине. Вот. Пробег у нее 488 тысяч. Уже тут старая машина. 540 лошадей. Вот. Трехосная, но третья ось ленивая. Вот, на тягаче. Специальная для работы по Скандинавии. Вот, работаю, я буду работать по Скандинавии. Это будет Швеция и Норвегия. Все, больше как бы... Ну, основное направление Швеция и Норвегия. Все, больше никуда. Редко, когда там, может быть, и на Европу выезд будет, туда, Германия, там, Бельгия, вот, Голландия, вот. А так все здесь, Швеция и Норвегия, вся работа. Как-то так, вот, ладно, сейчас заедем на сервис, наверное, вот выезжает там машина, и меня, наверное, туда сейчас закатят, вот, потому что попросили подождать. Будем делать прицеп. Все, расцепился. Вот прицепчик там стоит. Сказали, короче, будут полностью обслуживать его. А я пока, ну, 2 часа времени у меня есть. Пока себе приготовлю что-нибудь перекусить. Потому что потом поедем на загрузку и будем вырабатывать время. Поедем в Норвегию. Я думаю, сегодня уже попаду в Норвегию. Как-то так вот. Так что готовим кушать. Так, ну что, короче, сделали мне прицеп, все хорошо, вот, полное ТО сделали, едем, дали загрузочку, загрузка называется Power, пока я еще сам не знаю тут ничего, вот, но едем, 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 сказали, будет вроде что-то холодильник или что, непонятно, короче. Будем разбираться во всем. Как тут, что и почему. Вот, до загрузки мне тут примерно 181 километр. Вот, такие вот красоты шведские. Много очень автодомов. Тут катается. Красиво вообще тут. Так, коллега выезжает, надо придержать, пропустить. Чтобы он разогнался.
такая разгоняется. Под горочку он, правда, будет долго разгоняться, но ничего. Вот, мы потерпим. Вот, но неизвестно еще, правда, загрузят меня сегодня или нет. Как бы тут в Швеции, Норвегии, они все работают до 4, вот так вот. С 7 до 4, а уже местное время, там прям где у меня часы, вот. 15:20 местное время. Ну, ничего страшного. Загрузимся, значит, загрузимся. Нет, так значит, завтра загрузимся. Вот. Ну, там они говорят, ребятам позвонил, говорят, что могут и подольше там работать, и допоздна. Но будем смотреть, как что будет получаться. Вот, такие вот дела, ребята. Ладно, что, работа у меня хорошая, пока мне нравится. Выгрузка сегодня была чудненькая. Вот, весело было очень. Фирма это та же, где я и работал. Только линия вот та, которую мне сказали. Вот. Не взяли меня сразу на лето. На лето работы не было как бы много, поэтому меня не взяли сюда сразу. Сказали, приходи по осени, возьмем обязательно. Вот. Брат у меня здесь работает на РЭФе, на этой линии, тоже здесь на скандинавской. У него другой менеджер, у меня другой. Вот. Я работаю на мусорке. То есть это прицеп, мусорка, то есть щиповоз, как у нас говорят. Пол двигается, выгружает сам себя. Вот. Вверх он, короче, разбирается, раскрывается. Потом все это покажу. Я думаю, по возможности. Вот. Ну, пока прикольно, нравится все. Весело. Вот. Так что как-то так вот. Поливаем на загрузку и будем грузиться. Но пока что спасибо за просмотр и до новых встреч. Вот так вот выгружается прицеп. Кто-то пришел воровать щепу.